Здравствуйте, Андрей Широков, клуб «Эфропродоцелитель». Возможно, у некоторых есть такая проблема, как вот трескаются пятки, особенно если это уже какая-то летняя обувь. Да, вот у меня это началось только на фоне реального очищения. Причем еще как такового вот там не было кардинального смены питания, просто уже к этому я стал идти, но еще я не был абсолютным сыроедом. Ну, я много очень... Была провокация очищения уже очень сильная, причем именно гомеопатия специальная там, да, очень сильная. И там достаточно уже было истощен, хотя еще питался и термической там пищей немножко. И вот не просто трескались пятки, а прямо вот шло, очень не заживали они, да. И вот я хочу просто подсказать, например, один из механизмов. Да, это определенный сигнал, но в моем, например, случае все время вот одно и то же мне показывает биолокация. То, что идет нарушение синтеза коллагена из-за метаболитов печени. Метаболиты печени определенные как бы вот начинают циркулировать и как бы откладываться, да, в нижних конечностях, ну, влиять на вот, то есть пытаются, по сути, ну, инфильтровывают, как бы, да, идут по лимфе, вот, подкожной, и влияют на состояние, как бы, кожи, вот, в данном месте, в связи с тем, что идет нагрузка по именно определенной, как бы, вот, процессам очищения, то есть работы с определенными дефектами, нагрузка, да, и, ну, это тоже такой сигнал, и здесь надо смотреть именно по вот конкретном случае, чем вот у вас, например, да, если такое есть. Но это не норма, да, еще раз. То есть вообще любые изменения на коже – это всегда показатель каких-то процессов в внутренней среде, да. И любые прыщи, там, комедоны, акне, там, выпадение волос, либо наоборот гирсутизм, то есть там где-то начинают расти волосы, где не надо, пятнышки. Вообще это все вот наш экран, как бы, да, если у клетки мембрана является, по сути, самым важным таким органом, это ее вообще пульт управления и, ну, это взаимодействие с внешней средой, то для нас, вот, в том числе кожа, это такое вот табло, я бы сказал, да. То есть, конечно, состояние кожи, оно очень о многом говорит. Первое, одна из первых, кожа покажет, что жировой обмен нарушен, да, или там, что с поджелудочной не то, это вот локти, я у людей вижу, иногда кто-то идет, я за ним иду, я вижу сразу вот у женщины, что с локтями, все понятно там, да. Состояние кожи показывает белковый обмен, там, насколько истощение близко, то есть насколько тургор вообще сохранен, потому что из кожи одной из первых забирают все, что как бы чего не хватает. Ну, вот незаживающие трещины на пятках, к примеру, и не только, они, ну, в той же, даже вроде бы неудобной обуви, оно как бы тоже о многом как бы говорит. Видите, это связано там с глубокими процессами и с тем, что может сбрасывать, по сути, в ноги тяжелые металлы сбрасывает организм на очищение, в том числе там тоже можно как бы смотреть определенные процессы. Ну, вот такие моменты, например, на консультациях вы можете тоже писать, вот будет у нас сейчас обновлен опросный лист, и там будут как бы жалобы, да, там первое, второе, третье. Можете вот это упомянуть, я вам как бы там, если вы не понимаете, биолокации посмотрим, почему именно вот на коже вот это. Потому что бывает, например, два рядом пятнышка, одно связано с мочевой кислотой, а другое связано там с паразитарной определенной, там пятнышко другое уже. Да, не только ураты так откладываются. Андрей Широков, клуб «Эфропродоцелитель». До скорых встреч.